Здравствуйте, с вами за кадром Ольга Ингрия, и вы находитесь на моем канале по вязанию. В этом видео я хочу вам показать свои новые работы. Я сделала на заказ две пары тапочек. Первая пара сделана в стиле фриформ, вот такие вот спиральки, связаны прихотливые. Тапочки на войлочной подошве, и они полностью ручной работы. Очень красивый бирюзовый цвет. К сожалению, повтор 100% этих тапочек я сделать не могу, потому что у меня уже нет такой пряжи. Но могу сделать вариацию на тему. И вообще чаще всего повторы я не делаю. А делаю уникальные тапочки. Каждый раз узор получается разным. Вот это первая пара тапочек. И еще одни. Вот такие вот яркие контрастные бордовые тапочки, связанные аппликацией. У меня сделан мастер-класс, как вязать вот такие вот пейсли. Под видео будет стоять ссылочка на этот мастер-класс. А для бирюзовых тапочек я сняла полный мастер-класс, как их вязать, начиная со стелечки и подошвы и заканчивая вот этим вот узором необычным в технике фриформ. Это видео мне нужно обработать, чтобы сделать качественный мастер-класс. Так что следите за новинками. Когда мастер-класс будет готов, я обязательно сделаю видео про него. С вами была Ольга Ингрия. До новых встреч. Всего доброго.